Здравствуйте! В последнее время очень сильно набирает популярность такое понятие, как чекап. Сегодня разберемся, что же это такое. Чекап – это обобщающее понятие, которое включает в себя обследование всего организма для выявления какой-то патологии. Это очень обширное понятие, то есть оно включает в себя обследование полностью всего организма за короткий промежуток времени. Но в чекапе можно выделить определенные подгруппы. Это может быть кардиологический чекап, то есть вы обследуете свою сердечно-сосудистую систему, урологический чекап, вы обследуете свою мочевыделительную систему. И также существует гинекологический чекап, о котором мы сегодня и поговорим. Что же он включает? Первое, что он включает, это осмотр гинеколога, взятие мазков на флуороцитологию, УЗИ органов малого таза, кольпоскопия, обследование молочных желез. Объем обследования молочной железы зависит от возраста женщины. Также, как врач-гинеколог, я рекомендую ежегодно выполнять УЗИ щитовидной железы и сдавать гормоны щитовидной железы. Для того, чтобы быть уверенным в общем состоянии своего здоровья, вам также рекомендую сдать общеклинические анализы. Это общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимию крови, почечно-печеночный комплекс и глюкозу крови. Когда вы сдадите эти анализы, вы будете уверены в своем женском здоровье. Выполняйте эти обследования ежегодно, и с вашим здоровьем все будет в порядке. Если вы что-то еще не сделали из этого списка, приступайте к выполнению, а я с радостью жду вас у себя на приеме. Остались вопросы? Пишите их в мессенджере или задавайте лично на приеме. Спасибо большое за внимание!